Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хочу продолжить тему о побочных явлениях после химиотерапии. Еще хочу рассказать, что при химиотерапии я не чувствовала никаких эмоций. Чувствовала себя как робот. Было такое ощущение, как будто у меня сосед-дементор, который высосал из меня всю радость. Не было ни злости, ни досады, ни радости. Одни слова и действия. Просто ела, спала, ходила и так далее. Видимо, препарат имеет химический элемент, который блокирует чувствительность и подвижность организма, для того, чтобы сохранить энергию для болезни и для восстановления организма. Ближе к концу химии появились онемение кончиков пальцев рук и очень сильное онемение на ногах. Было очень больно ходить, ходила как на культяпках, не дай бог. При каждом шаге было очень больно наступать. При химии были еще такие побочки, как першение в горле, покашливание, насморк, болячки в носу и в ушах. Было снижение аппетита. Пару раз было сильное желание, как у беременной, прям съесть мороженое. Было, да, для поднятия аппетита можно поесть мороженое тихоньку. Были то запор, то диарея, недолго. Кидала и в жар, и била зноб. В памятке написано избегать кофеин. И я всю жизнь пила кофе, чай не понимала вкуса. Еще до операции мой организм сам отказался от кофе. Месяца 4 не могла его пить, вкус был ужасный и противный. Теперь опять пью кофе, но уже чередую с чаем. Чай распробовала, очень понравился, особенно зеленый, белый. Или с вкусовыми добавками. Было изменение запахов. Запах колбасы и некоторых продуктов был тошнотворно противным. От дезодорантов, духов и электронных сигарет, особенно с малиной почему-то, малина вообще прям ужас какой-то, аж задыхалась, кашляла как аллергик. Первое время очень много пила чай с лимоном и ела гранаты каждый день. Так хотел мой организм. Памятку прочитала и убрала подальше, ела и пила все, что требовал или хотел мой организм, но маленькими порциями. Было и такое, что каждый день пила один раз в день омепразол, очень сильно тошнило и изжога была. Но длилось это недолго, где-то месяц-полтора. Прошел месяц после окончания химии, вышла на работу полтора месяца назад. Расшевелилась, появилась энергия, возвратились чувства и эмоции. Онемение в ногах почти прошло, еще чуть-чуть осталось. Лечение, конечно же, продолжается. Сейчас прохожу лучевую терапию 15 дней. Езжу каждый день, кроме субботы и воскресенья. После лучевой сразу еду на работу, чувствую себя прекрасно и радуюсь каждому новому дню. Чего и вам желаю. Всем здоровья, терпения и понимания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. До новых встреч.